научиться играть эту композицию, у меня для тебя есть предложение. Я подготовил табулатуры. Хочу сразу сказать, это мое авторское видение этой композиции. Могу тебе дать табулатуру этой композиции, могу дать тебе минусовку мою. Также могу тебя научить играть эту композицию посредством некоторой серии видеоуроков, в которой ты будешь наглядно отрабатывать каждый элемент, каждую часть этой композиции. Да, она делится на такие очень характерные части. В этих видеоуроках я буду в медленном темпе объяснять особенности каждой фразы, да, то есть как ее лучше сыграть, где сыграть, там, в каком направлении медиатором и так далее. Разберу полностью эту композицию для тебя. И если у тебя останутся какие-то вопросы, также там, что у тебя после серии моих видеоуроков все-таки там что-то тебе останется непонятным, да, или не будет получаться, то я тебе смогу дать обратную связь, там, то есть минут 20-30 мы сможем с тобой по скайпу связаться, и я тебе объясню все твои там ошибки, работу над ошибками проведем вместе. Если тебе это интересно, жми по ссылке внизу, и ты узнаешь, сколько все это стоит. Само собой, ты понимаешь, да, что все-таки это мой труд, я потратил очень много времени на это, чтобы дать тебе эту пользу. Поэтому если тебе это действительно важно, то есть для тебя не будет проблема купить это. Тем более хочу сразу сказать, что когда
даешь какие-то вещи бесплатно, да, особенно что касается обучения, оно не имеет ценности, как правило. А когда человек заплатил за то, что он хочет узнать, он просто из принципа, ему надо будет эти деньги как-то отработать, и он все-таки выучит. То есть это больше даже такой будет стимул и мотивация для тебя, чтобы все-таки доучить эту композицию до конца, потому что она достаточно сложная, да, ты сам это видишь. Жми на ссылку внизу, и до встречи, пока!